Добро пожаловать в гостиный клуб. Гостиный Night Club. Гостиний поки що Evening Club, але до ночі залишилися певні моменти пережити, і ми вже вночі. Клаб. Ну, не найт поки що, но майже найт. Но якщо ви залишитеся на ніч, то буде найт клаб. Ви взяли бікіні з собою? Ми все взяли. Добре. І намет взяли, і бікіні взяли. Ви самі краще. Welcome to Hostinny Evening Club. Yeah. Who is duty today? We are duty today. Класс. Ви підготувалися на дежурство. Молодці. Слушай, клас, клас. Хороший калоши. Вас охраняет интересный человек с фамилией Франкенштейн. Давай. С этого. Не-не, я не умею. Не, вы же хедлайнер, я не знаю ничего. Ток-ток. Обожаю меня. А где звук давай? Нельзя. Ну вот так. Ну я не хочу, чтобы... Лёш, включи микрофон. Это не работает. Лёш. Это правило не работает на конференциях, митингах, акциях, протестах по закону. Ну я лично не хочу. А это никого не волнует. Страшно. Дело в том, что... Так, подождите, подождите. На конференциях, включи микрофон. Протестах, на улице вообще, в публичных местах можно снимать микрофон. Я вас прошу, чтобы меня не снимали. Это другое. Это уже по-другому. Собственно, во двор. И, наверное, с этой минуты официально начнется музыкальный вечер. Надеюсь, все знают, по какой причине мы собрались сегодня здесь. Что ты, надо, как мне встать, скажи? Мне надо ухожу. Мы все за гостиный двор, да. И мы хотим показать, как классно здесь можно проводить время. Какую музыку можно здесь слышать. Итак, начнем. Thank you.
сейчас экспериментальная музыка. Еще сюда приехали люди, они хотят привлечь внимание общественности к тому, что в Киеве не хватает велосипедных дорожек, и они решили переодеться, сделать такой веломаскарад. Вот. Я не велосипедист, но у меня велосипедиста сегодня нет, и я решил их просто поддержать. Венецианская маска. То есть вот там можно достать этих людей. Идемте, я вам освещу дорогу. Ну вы самые симпатичные журналисты в 1+1, которые приходили к нам. А где нужно, конечно. Вот это уровень. Наш охранник, мы его выкопали на кладбище. Он был под фамилией Франкенштейн. Франкенштейн Иванович. Как вас звали? Меня Вася Васильев. Вася Васильев? Вася Васильев. В народе, в миру известен как Вадим Торопов. Позже, пока только освещаем путь. Это... Це символізує, хто щось буде робити з історичними пам'ятками, то буде так в такому вигляді. Річного хлопця не так давно, да, збили? 14-й. Летучая мышь еще была. А где летучая мышь делась? Она вышла за бухлом. Хорошо, что мы это не снимали. Больше не пали контор. Хорошая. Что скажешь? Nothing. Этот же самый ответ я услышал от Анджи да Коста, когда спросил: What do you think about legalized marijuana? Он подумал сначала, что я мент, потому что у него пятку забрали под ареной. И потом так пауза такая, потом такое многозначное nothing. Но когда я ему предложил «Do you want smoke gashish?» Он «Give me!» Fire! Люди огня! Так, все красивые девчонки собрались со мной. Мы уходим в зал возлежания. Здравствуй, Василий.
телефончик там есть, да?